Приветствую снова в эфире. Сейчас наш спикер Ярослав. Привет, Ярослав. Привет. Собственно, тема «Как продвигать белый сайт в нише эссе». Я думаю, очень много СОшников в СНГ, которые продвигают нишу эссе, и, скорее всего, им будет интересно. Вопрос. Ты будешь рассказывать про то, как продвигать по белому в нише эссе или по белому? По белому. Как по белому, и как так сделать, чтобы ваш сайт основной большой брендовый, да, чтобы он выжил после всех апдейтов. И как? Как? Хорошо, давай тогда начнем доклад. Я пока буду собирать вопросы, я думаю, их будет немало, поэтому ну вот, поехали. Окей, ну вкратце скажу о себе. Наверное, год назад я закончил работать в Devalare, до этого работал там 5 лет. Devalare — это, наверное, самый большой, на тот момент была самая большая компания в нише SA. Я руководил направлением, собственно говоря, SA-ного бизнеса. И теперь расскажу вам о том, как продвигать белый сайт ниши SA так, чтобы, собственно говоря, он выживал у вас постоянно и приносил продажи. План доклада такой. Сначала расскажу о тенденциях в нише, потом расскажу о том, что в топе всегда остается, какое безопасное продвижение использовать, когда стоит ускоряться с продвижением и что делать, если вы поймали фильтр. Тенденции в нише сейчас, честно говоря, не очень радостные. Если посмотреть по любому, наверное, коммерческому запросу, конвертящему, там будет много черного ППЦ, много сайтов, которые стоят на ломе, то есть сайтов, у которых ссылки с каких-то взломанных сайтов, либо это могут быть прям взломанные сайты со страницей, которую продвигают на них. Доры сейчас уже стало меньше, вот, да, буквально там последние пару недель, но в целом как бы доров всегда было много. Особенно в НЧ, если посмотреть, да, то есть были и по ВЧ, по RightMS, и вот буквально там на прошлой неделе еще были, по-моему, 3 сайта, которые стояли, да, просто дорвее. Потом в нише очень популярно валить конкурентов ссылками, то есть если вы посмотрите сейчас, наверное, на любой сайт в топе, ну, в прошлом сезоне так точно, который был в топе, и там на всех абсолютно есть ссылки и всякие с анкорами порн, всякие ссылки, проставленные хрумером. Ну и, собственно, самая важная тенденция – это то, что Google выкатывает апдейты 2 раза в год ровно перед сезоном. То есть вы готовитесь долго, продвигаете сайт, там вылизываете его все, и тут перед самым сезоном, то есть это март-апрель, либо сентябрь-октябрь, приходит апдейт Google, и сайт ваш уходит куда-то вниз, и все ваши ожидания по продажам превращаются в ноль. Собственно, на скриншоте очень видно, как выглядит сейчас по основному, наверное, самому, одному из самых конвертящих ключей выдача, да, то есть у вас идет реклама, рекламные споты все полностью забиты. Если посмотреть на то, кто там как размещается, то это все черное PPC, да, то есть это в основном там всякие B-Papers, да, вот если посмотреть Wizard Papers, они не показывают явно Google, что они продают именно custom writing, но если вы начнете общаться с саппортом, там везде, в принципе, конвертится все на чат, либо на то, чтобы вы позвонили, либо оставили свой телефон, то вам везде будут предлагать написать работу на заказ. Есть несколько белых сайтов, которые крутятся по этим запросам, да, это всякие плагиаризм проверки, вот Grammarly есть, это проверка на грамматику, но их крайне мало, да, в основном это как бы конкуренты, которые вылазят в PPC буквально там на пару недель, но у них обычно идет конвейер, то есть они постоянно меняют домены, и в целом как бы, да, по запросу в RightMS, и вы видите, что ближайший первый SEO-шный сайт – это 4-я позиция, и плюс у вас еще есть блок справа, да, то есть как бы клиент, пользователю, который хочет реально заказать работу, ему кликать, ну, надо нормально посмотреть и добраться до сайта, который прям продает. Что в топе всегда? Что-то тут слайд немножко не подгрузился, но на самом деле на картинке это старый сайт Apple, Apple.com. В топе всегда старые сайты. То есть как ни крути, но если вы посмотрите на топ, то увидите, что там все сайты, они с достаточно большим возрастом. Это те сайты, которые всегда есть в топах, да, то есть бывает там некоторые из них уходят, но потом они появляются. Вот на скриншоте, на следующем из Semrush видно, что, например, Custom Writings, он вот пропадал, да, в какой-то момент и опять появился в топах. И так, на самом деле, по многим большим сайтам, которыми занимаются, которыми SEO-шники не бросают, да, они могут уйти под фильтр, под какой-то апдейт, но в целом, как бы, если вы делаете
хороший сайт, то вы должны понимать, что вы должны о нем заботиться всегда, что это игра в долгую. UKSA тоже вот очень интересный пример на скриншоте. Они занимаются сайтом вообще очень-очень давно, и у них постоянно идет рост. Это вообще только под UK, да, то есть у них там он 20 с лишним тысяч ключей, по которым они получают трафик. Как выглядит безопасное продвижение? В первую очередь это раскрутка бренда. То есть вам нужно понимать, что вы должны раскручивать бренд. В принципе, в топах много очень сайтов, которые имеют название Write My Essay, да, там что-то там, .net, либо там Custom Essay, writing.com, да, ну, то есть такие, которые включают в своем домене ключи. Но лучше все-таки позиционировать себя как бренд. Придумайте какое-то брендовое имя, да, пойдите хотя бы на какой-то там стартапный генератор и посмотрите, сгенерируйте какой-то красивый бренд, которого еще нету, да, и желательно .com, и желательно сразу выкупить все, собственно говоря, домены, которые есть, там, да, .net, .org, и посмотреть еще, может, какие-то .us, там, да, локальные, .com.au, Канада, и раскручивайте этот бренд, то есть понимаете, что вы играете в длительном периоде, и у вас будет, даже если сайт вот вылетит, как, например, там, если вот UKSAs, да, вылетит, хотя, в принципе, у них тоже вхождение в домене, то они будут получать еще какое-то долгое время трафик и пользователей по бренду. Точно так же, если как бы пользователю будет, ну, вы получите фильтр, да, и пользователь не сможет вас найти как бы с первого раза, то если у вас будет какое-нибудь слово бренд, да, как, например, вот сейчас в топе есть там Ultius, SA Tigers, Great Miners, тоже хорошее брендовое имя, то они вас с большей вероятностью найдут по этому бренду, чем если вы вылетите, если у вас запрос там название бренда Custom Writings, да, и, соответственно, пользователь вводит Custom Writing, а это как бы в то же время не только брендовый запрос, да, по которому он выдает вас расширенным результатом, а конвертящий запрос. Если вы вылетаете, то вас как бы никто нигде не найдет. Собственно говоря, на скриншоте тут видно много о том, как налили спама на людей, да, но в целом видно, как люди строят ссылки на бренд и очень сильно его продвигают. То есть бренд еще проще продвигать, вам проще получить на него ссылку с каких-то трастовых сайтов. Вы можете прийти, если у вас нету там в домене какой-нибудь эссей или чего-то такого, да, вы можете прийти на какую-то хорошую площадку, и вебмастер посмотрит, там, у которого вы хотите купить даже ссылку, да, или разместить пресс-релиз, посмотрит и скажет: окей, я такое готов разместить. А если у вас там customessay.com, да, то как бы вряд ли большая часть вебмастеров на каких-то трастовых площадках захочет размещать даже ваш какой-то пресс-релиз или гостевой пост на такой сайт. У Great Miners прям очень много ссылок, да, анкоров, которые именно брендовые. Ссылки. Собственно говоря, какие ссылки, как получать ссылки, да, какие и где. Ну, самое простое, да, это, наверное, статьи на актуальные и не продающие тематики. То есть смотрите какие-то education статьи, которые вы можете писать сами, да, собирать информацию и размещайте их на других ресурсах. Это могут быть гостевые посты, это могут быть даже какие-то трастовые площадки, да, которые просто готовы разместить у себя статью о чем-то интересном. Самое такое простое, например, это почему студенты заказывают эссе, да, то есть это очень просто об этом написать, и оно вроде как и не негативное, но и в целом как бы веб-сайт, вебмастер разместит вполне ссылку на ваш сайт, эту статью, и разместит ссылку на ваш сайт. Еще инфографики, да, берите любую статистику, там, какой возраст у клиентов, в каких институтах больше всего заказывают. Можете брать статистику, по сути, ту, которая у вас уже есть, а можете пойти на какие-то еще ресурсы, там, вроде Википедии или каких-то исследовательских агентств, и сделайте из этого инфографику. Красивая инфографика стоит не так и дорого, но ее могут хорошо растащить по разным сайтам, и вот эти вот ссылки даже с картинок, да, которые могут быть на вас, они очень хорошо работают. Какой-то общеобразовательный контент. Тут я подразумеваю о том, как, например, писать, да, писать эти работы, либо о том, в каких институтах лучше учиться, да, то есть
Любой такой контент, его хорошо растаскивают. И вот даже следующий пункт, да, социальные сети. То есть такой контент хорошо постят в социальных сетях. И если вы еще запустите в Фейсбуке рекламу какую-то на него, да, то вы получите много шейров, лайков и перепостов на каких-то, может быть, хороших сайтах или кто-то себе на какой-то блог утянет. Полезные инструменты. Это на самом деле простые вещи, как проверка на плагиат, либо же это могут быть какие-то генераторы цитат. Ну, собственно говоря, вы можете посмотреть калькуляторы разнообразные, да, то есть посмотрите, что ищут еще студенты, на какие сайты они ходят, и сделайте такие же простые инструменты на своем сайте. Они хорошо на них линкуют, и вам как бы проще размещать ссылки на вот эти вот какие-то полезные инструменты. Пусть они хранятся у вас на сайте. Вот если посмотреть на тот же UCassay, то у них очень много трафика по всяким citation-генераторам и прочим штукам. Это инструменты, на которые, по сути, они ссылки получают, и трафик собирают, и продажи потом какие-то генерируют. Да, конверсия будет маленькой, но в целом как бы это позволяет вам получать трафик и получать какие-то ссылки для продвижения. Примеры работ. Да, еще по поводу полезных инструментов. Не обязательно что-то разрабатывать. Вы можете взять какие-то готовые скрипты в интернете. То есть это может быть вплоть до того, даже с Wolfram Alpha вы можете взять, там есть много разных калькуляторов и прочих вещей, которые просто можно встроить у себя на сайт виджетом и на это уже собирать, собственно, ссылки и трафик. Примеры работ. Тоже размещайте у себя хорошие примеры и много. На примеры люди могут ссылаться, и примеры работ развивают ваш сайт, то есть они продвигают его, он может сам вылазить по каким-то запросам низкочастотным и получать трафик. Темы для работы – это очень популярная штука. На самом деле студент в Штатах очень часто, когда ему дают написать задание, дают написать эссе на просто какую-то свободную тему, он не знает вообще, о чем писать. И, соответственно, он идет и вводит в Google запрос, там актуальные темы по истории, о которых можно написать. Да? И вот такие вот списки тем, вы можете их взять, на самом деле, даже банально из тех заказов, которые у вас есть. Просто список тем, там немножко помодерировать, да, чтобы там не было каких-то таких совсем простых каких-то, да, тем, а такие более глубокие были. Вот, и выложить их у себя на сайт вполне. То есть это могут быть как даже разбиты по предметам. Статистика. Это, собственно, то, что любят многие, да, то есть многие какие-то сайты, доверительные ресурсы, да, как там какой-нибудь Huffington Post или Telegram, они любят статистику, и если вы рассказываете действительно актуальные цифры о вашей нише, о бизнесе, то они с радостью на вас поставят ссылку при написании какой-то своей статьи. А можно да. сразу вопрос? Да. То есть сходу. Вот. Хорошо. Допустим, я нашел цифры, ну, к примеру, там, тематика «Книга рекордов Гиннесса», там самое, там что-то, там кто-то, да? Сделаю инфографику, допустим, да? Окей, я показываю это Huffington, ну, где пруф, что это точные цифры? Вот как, вот где найти именно такие вот цифры? Ну, во-первых, должны быть какие-то данные в этой инфографике, да, которые ты взял из каких-то общедоступных источников. Вот, и ты говоришь, что вот по нашим данным еще там дополнительно вот эти вот цифры какие-то, соответственно, есть. То есть ссылаться на каких-то трастовых? Да, ссылаться на трастовых и добавлять свои цифры, тогда это работает вполне. Хорошо. Ну и, собственно, ссылки можно получить с любых трастовых ресурсов, да. То есть это могут быть, вы можете стать стартапом. Вполне нормально, то есть, что компания, которая продвигает какой-то сайт, она есть стартап. Потому что сайт новый, да, есть какая-то команда. Ну, важно показывать какую-то правдивую, на самом деле, команду, да, то есть ребят, которые работают, реальных лиц. И вы можете участвовать даже во всяких стартап-конкурсах, там, на какие-то призы, да, то есть это может быть даже не физическое какое-то участие, но это может быть онлайн, и это ссылки как бы на ваш сайт, да, вот там какой-то ресурс, к примеру, там, не знаю, Ultius, да, он является стартапом в нише SA, и он, собственно говоря, везде об этом пишет, что я вот стартап, мы там собрались 5 человек, организовали вот такой вот сервис, мы помогаем студентам учиться. Вполне нормально работает. Трастовых стартаповских сайтов не так и много, да, но все же там 10 ссылок – это уже хорошо. Сайты дизайнеров, да, вы заказали где-то красивый дизайн, вы об этом запостили. Плюс вы можете на всяких дизайнерских форумах писать: «Ой, вот тут мне нарисовали логотип, посоветуйте, хороший или нет, типа логотип для вот этого сайта», и ссылку. Оно вполне нормально работает, то есть оно не очень тематическое, но это трастовые сайты, да. Huffington Post тоже не тематический совершенно, или Telegram, да, то есть они как бы…
или Daily Mail, или еще что-то такое. Вот. Они не тематические, но это хорошие ссылки, это траст. Если вы посмотрите на какие-то большие, хорошие бизнесы, у них очень много таких ссылок. Форумы программистов, опять же, какой-то кусочек кода, вот у меня тут что-то не работает или работает, или подскажите, как сделать. Это очень хорошо работает, то есть вы всегда как бы на всех вот этих форумах люди просят показать сайт, и вы, соответственно, даете им ссылку. Пусть она даже будет nofollow, но по ней будет какой-то трафик, и, соответственно, поисковая система будет понимать, что вот это какой-то сайт, да, который, над которым работают, и он живой, да, соответственно, он получает какие-то это органические ссылки. Таких примеров может быть сколько угодно. То есть вы можете использовать абсолютно разные вещи, которые вы делаете, да, там, думаете о том, как сделать мобильное приложение, пишите на форумы, там, где разрабатывают мобильное приложение, о том, что вот вы хотите сделать, а стоит ли, а подскажите, а посоветуйте. Форумы Гугла, где спрашивают какие-то вопросы о том, как лучше оптимизировать сайт, опять же, пишите, кидайте ссылку, вот, типа, я сделал сайт, как быть тут, где прописать какой тайтл и прочие вещи. А какие-то партнерские форумы тоже пишите, говорите, вот там такая-то ниша, пример сайта вот такой-то, и расскажите там, как люди продвигают, все такое. Mm-hmm. Абсолютно любые такие вещи, они вполне работают. Ну и покупные ссылки, да, мы никуда от них не уходим, то есть на многих трастовых ресурсах можно купить ссылку, если вы там найдете какого-то вебмастера, того, кто продает их, в том числе и Википедия это может быть, да, то есть идете и покупаете хорошие, белые, трастовые ссылки. То есть мы тут не говорим о каких-то ссылках, которые прям будут супер-анкорными или же какими-то массовыми, да? То есть это все такие более, скажем, единичные случаи. Но если всем этим заниматься, то вы получите нормальный траст. Собственно, где взять продажи, да? То есть мы занимаемся ссылками, которые нам не продвигают наш сайт, потому что они безанкорные, они набивают нам траст, но кушать-то хочется, да? Как бы... где брать продажи. Для продаж запускайте сателлиты, запускайте Дорвеи, запускайте партнерскую программу и любые другие методы вообще добычи трафика, но не напрямую на сайт. То есть это могут быть методы там очень черные, да, какие-то, вы можете там спамить, все что угодно, но не напрямую на сайт делайте это, чтобы ваш сайт всегда был белым. Да, если что, вы всегда можете сказать, что это какие-то партнеры на меня поставили или еще кто-то. Сателлиты свои – это вообще красота. Вы получаете тематические ссылки с тематических ресурсов и по ним трафик получаете. Это как бы самое лучшее для Гугла, что может быть, когда по ссылкам приходит трафик. Дорвеи, ну, бог с ними, да, как бы все ими грешат. Это, по сути, генерирует вам продажи, но сайт при этом у вас остается белым. Когда стоит ускоряться? Опять что-то картинка плохо показалась. Собственно говоря, тут когда вам стоит как бы идти уже во все остальные методы получения ссылок и когда можно уже рисковать сайтом? Когда сайту год плюс. Это важно, потому что в топах в основном фигурируют сайты старые, да, то есть каждый апдейт Google чистит новые сайты. Вы там за лето чего-то настроили, добавили, залили новых сайтов, апдейт прошел, он новое, в принципе, частично почистил. Когда вы, по сути, готовы рисковать, да, то есть вы уже получили какую-то долю продаж, вы понимаете, что сайта достаточно хороших ссылок, чтобы выжить, что от него там настроят на него там 5-6 тысяч каких-то, не знаю, спама, пейдэлонов, там порно, как мы видели, да, еще чего-то такого, что он выживет от этого дела. То есть вы следите за ним четко, вы смотрите, сможете подать какие-то запросы в DSO, и у вас останутся какие-то ссылки, которые прям, ну, покажут Гуглу, что это трастовый сайт, что у него вот была история хорошая, а потом мы тут чего-то налили непонятного. И когда вы готовы стать заметными. То есть тут я подразумеваю те реалии рынка, когда бывают и DDoS-ы, и вообще любые всякие вещи от конкурентов, которые не желают, чтобы в их рынок попадал кто-то новый. То есть, если вы готовы становиться заметными, то тогда ускоряйтесь, начинайте покупать ссылки, ну, или добывать каким-то образом на анкоры и выходить по топовым запросам. Что делать, если вы поймали фильтр? Ну, конечно, надо сесть в угол, стараться не плакать и плакать. Если вы поймали фильтр, главное не сдаваться. Почему не сдаваться?
Потому что сайты попадают в фильтр, при следующем апдейте они выходят из фильтра. Даже если вы ничего особо не делали, да, если вы там не делали какой-то disable и таких прочих вещей, просто пересмотрите свои ссылки. Вот. Возможно, у Гугла поменяется политика, да, или там что-то в нише поменяется, и он вылезет обратно. Пробуйте снимать фильтр. На самом деле, все сайты, которые вылазят повторно в топы, это все большие старые сайты, над которыми работают достаточно большие команды, они всегда поддерживают его, да, то есть никто не забивает и не перестает покупать ссылки какие-то новые, да, добывать трастовые, убирать плохие ссылки, которые наспамили, которые сами настроили, возможно, да, там какой-то новый SEO-шник пришел, ну или вообще просто сами такая стратегия была в компании. Вот. Старайтесь снять этот фильтр и продолжать работать над сайтом. У вас всегда есть то, что я там говорил ранее, да, это сателлиты, Дорвей, партнерская программа, то есть то, откуда вы получаете трафик, а вы продолжаете работать над тем, чтобы сайт тоже получал сам по себе какой-то поисковый трафик. Ну и Витина фраза, которую, наверное, уже многие повторяют, нужно больше фигачить. Да. Вот. Спасибо, давайте вопросы. Круто, хороший доклад, спасибо большое. Тут накопилось немножко вопросов. Так, тут пока есть 6. Давайте задавайте вопросы еще, ну, чтобы пока Ярослав отвечал на те, что уже есть, и готовились новые. Собственно, первое. Как бороться с негатив SEO? Какие способы есть, кроме диселов? На самом деле, с негатив SEO, ну, если это какой-то хрумер, да, автоматические методы, то никаких способов у вас нет. Как с этим бороться? Если вы понимаете, кто это делает, то тогда, возможно, вы можете написать ему, да, то есть игроков в SEO-ном рынке, больших особенно, не так и много, а негатив SEO делают, наверное, только большие игроки, потому что там идет борьба за долю рынка, и, то есть, как бы навалить спама на всех, там, кто в топе, да, там, например, у вас 3 сайта в топе, навалить спама выгодно на остальные 7, когда у вас есть чем это поддержать. То есть, какой-то один сайт, который продвигается, не будет валить всех остальных, потому что, ну что, он там вылезет один на какое-то там 7-е место, и что с этого, ничего не поменяется у него, да, там, как были какие-то продажи, так и когда останутся. Когда пачка в 50 сайтов. Да, когда вы большая компания, то есть, делают большие компании. Ну, больших компаний там на рынке 3-4, и я думаю, если вы там какой-то средний игрок, и вы уже заметны, то вы, наверное, знаете всех конкурентов, как их зовут, и, собственно говоря, понимаете, кому можно написать, да, то есть эссейники все сидят, наверное, в Украине и в Киеве практически. Хорошо, встречный вопрос, как часто можно заливать файл DSL? Ну, на самом деле, он как бы там обновляемый, да, то есть вы заливаете файл, и он там пишет, файл обновился, к примеру, да. Ну, обычно, то есть у нас получалось снимать фильтр, да, для этого надо было там раза 3 его залить и написать слезные письма, вот. Так, чтобы прям совсем часто, ну, смотрите на самом деле по фильтру, да, вот я показывал UKSize, у них не бывает, ну, не было никаких фильтров, и при этом на них там вообще очень много... Вообще не было никаких фильтров. Ну, бывали какие-то, да, но в целом они такие не очень значимые для них. И при этом, как бы, ну, на них есть тоже там спамные ссылки и все остальное. То есть, если у вас хватает траста, возможно, сайт и не выкинет из индекса. Ну, то есть, не подпадет под фильтр. Вы смотрите по количеству. То есть, если на вас налили там реально много, то да, то тогда кидайте в DSO по возможности там почаще, да. Смотрите, когда закончится эта волна ссылок. Хорошо, так, идем дальше. Спасибо за ответ. Вопрос. Быстрый поиск показал, что у UKS и 15 тысяч линков, 2000 уникальных сайтов и более 60% из них nofollow. Это вообще нормальная статистика? Где же кричат один сайт не более 3 ссылок? На самом деле нормальная статистика. Вы по Ahrefs'у посмотрите, у многих такое. То есть... У старых сайтов там кто проставлял какие-то сквозняки, кто еще какие-то вещи, да, ну, в целом такое часто бывает. Это, если вы посмотрите в целом на нишу, да, то там не будет такого, что там, типа, ссылок ровно в 3 раза больше, чем доменов. Ну, такого практически не бывает. То есть там вы поставили сквозняк на каком-то одном большом сайте, он вам дал там 20 тысяч страниц, и, ну, окей. Так, тут многие говорят сейчас. Секунду. Ну, фолловных, да, у них как бы много. Воп-
вопрос. Пример сайта Ярослава, заточенного под партнерку SA. Сайта, заточенного под партнерку? Ну, наверное, я не знаю, то есть пример твоего сайта, пример вашего сайта там и так дальше под SA просят. А, прям какой-то пример URL, типа? Да. А, нет, URL я, конечно, не скажу. Хорошо. Ну, тут встреча. Ну и партнерка — это на самом деле, да, не тот белый сайт, о котором я говорил, да. Партнерка — это там, скорее всего, какой-то ревью. Ну, хотя white label, да, вполне могут быть. White label вполне могут быть. Хорошо. А какое время на вывод сайта в топ? На самом деле сайт может вылезти в топ где-то за 2 месяца. Но вопрос в том, надолго ли он там останется. Вот. Если это белый бренд, да, и хороший продуктный сайт, то, соответственно, это год плюс. Угу. Угу. Хорошо. Если надо побыстрее, то потом под фильтр, хоп. Да, все. Потом под фильтр. То есть, если надо побыстрее, то делайте сателлиты, Дорвей и все остальное, и сливайте на свой сайт. Хорошо. А Дорвей и трав через редирект или прямо из Дора продавать? Ну, на самом деле... Для клиента лучше, чтобы это был редирект на сайт, потому что когда он доходит до оплаты, ну, разве что если у вас PayPal, да, его бросает на PayPal, то тогда окей. Но в целом, как бы, все-таки лучше редирект для клиента, потому что вы ему потом шлете и письма, как бы, с другого домена и все остальное. То есть для клиента лучше, чтобы вы, собственно, на своем домене, на свой домен, ну, на ваш домен он попадал в конечном итоге. Угу. Хорошо. Это есть. Вопрос к докладчику. Средняя температура по S из устойчивого белого сайта SC5K. Я так понял, трафик непонятно, в сутки или в месяц. Разница значимая, да? Сколько денег? Сколько денег? Да. 5K, если в месяц. Ну, тут все зависит. Диссер. Диссер? Ну, по диссерам на самом деле мало трафика в целом, да? То есть, ну, окей, возьмем, если это топы какие-то, да, то это там могут быть... продажи, ну, скажем, ну, наверное, $1050 в неделю. Угу. Так, ну, неплохая цифра. Это если партнерка или продукт? Это продукт. А если партнерка? А если партнерка, ну, поделите конверсию партнерки, наверное, на 2. Вот. Ну, на самом деле, под диссер, ну, сложно мне сказать. То есть, понимаете, диссер – это как бы, это не эссе. От диссера очень много зависит у человека, который заказывает. И, соответственно, он, если где-то хотя бы на этапе заказа заподозрит что-то неладное, да, что там, например, вот партнерки, даже если white label не дают, то все равно потом… 5K в сутки. 5K в сутки. Да, про партнерку давайте чуть это. То потом, как бы, человеку приходится логиниться на другом домене совершенно, чтобы попасть в свой аккаунт. Соответственно, как бы, ну, воронка продаж тут уменьшится намного. И, то есть, ну, больше продукт, то есть диссер на партнерке — это будет сильно ниже конверсия, чем на продукте. 5K в сутки, да, вот я назвал, собственно говоря, такие цифры. Есть ли у Ярослава своя сетка PBN, ну, приватных блогов, и какими SEO-инструментами пользуется Ярослав? Есть. SEO-инструментами, ну, смотря для чего, да, то есть там Ahrefs, Semrush, SimilarWeb, это понятно. Есть свой трекер позиций, потому что, ну, как бы, какие-то паблик-инструменты. Semaltом мы пользуемся, но в основном, конечно, позиции снимаются своими инструментами. Всякие там собиратели писем, ну, не знаю, то есть, как бы, ну, какие-то есть свои разработки, да, которые позволяют более массово администрировать такие сетки и следить за ними. Там, за тем, чтобы все не падало, да, мы смотрим там через Monitorus, ну, и Zabbix у нас есть, да, настроенный. Ну, как бы, в основном, наверное, свои какие-то инструменты, либо используем паблик-скрипты на своих серверах, которые... мониторят какие-то показатели сайта. Ну да, Дмитрий любитель своих инструментов, поэтому, да, понятно. Хорошо. Ну, я скажу так, по поводу своих инструментов, если что-то есть готовое, покупайте и не думайте о том, какая там цена, потому что свое разрабатывать — это всегда во много раз дороже. Там сидит команда разработчиков, а у вас сидит, вам надо сидеть, по сути, такую же команду разработчиков и платить им зарплату каждый месяц. Ну да. Поэтому лучше иногда находить дешевенькие скриптики по $50, которые, да, решают, да, задачу, да, да, на которую, да, потратить. Ну, да, то есть смотрите максимально, что есть готовое. Хорошо. Трафик на поддомен серыми черными методами убежит основной домен от санкций поисковых систем? Ну, на самом деле, скорее нет, чем да, потому что Google считает
под домен сейчас как внутренняя, ну, как часть сайта одного, да, и скорее не убережет. То есть у меня не было примера, ну, был на самом деле один пример, но еще тогда не так это жестко было, когда у нас стоял, скажем так, у нас улетел основной домен, а остался сабдомен. Uh-huh. Вот, был такой пример, но сабдомен был локальный, да, то есть основной домен был как бы глобальный. Вот, но это один раз я такое встречал, больше не встречал. Хорошо, следующий вопрос. Уделяете ли отдельное внимание хостингу при создании сетки сателлитов? Как уникализировать шаблоны, чтобы не палить всю сетку? На самом деле шаблоны просто идете на Team Forest и покупаете там... Каждый сайт? Не каждый сайт, ну где-то на 5 сайтов один шаблон. Вот. А. Если сайты у вас какие-то упали, то, соответственно, можно использовать его заново. А текст? Вот, ну, тексты пишем, да, тексты. Не-не-не, ну смотри, у тебя был сайт, он выпал, да? Да. Переносим, мы этот текст можем перенести на другой? Ну, тексты мы стараемся, конечно, писать всегда новые, то есть тексты не переносим. Вот, а шаблоны, да, то есть проще купить, на самом деле, там сколько стоит та тема, боже, $30-50, чем садить человека, который будет это каким-то образом уникализировать. Есть еще интересные темы для WordPress'а. Например, тезис, и можете посмотреть, есть какие-то конкуренты у него. Они позволяют строить, то есть это конструктор шаблона, да, вы можете в одном выбрать там, например, у вас будет 2 сайдбара, в другом выбрать без сайдбара, в третьем там сделать 3 сайдбара, либо один справа только, да, ну, короче, там такой очень хороший конструктор, и он меняется как бы и в коде, вот, и, соответственно, то есть такое можно использовать для массового какого-то сайта в количестве. Но, опять же, часть все равно идется и просто покупается. Причем вот на Team Forest очень много есть шаблонов, которые сложные. Вот их лучше сразу отбросить. То есть там есть фильтры. Смотрите, какие-то простые шаблоны, HTML-ка, потому что... HTML-ка, не? Обычные. HTML-ка... Ну, вопрос другой. Да. Ага. Ну, это можно, в принципе, и по тупам посмотреть, там, тем, кто умеет смотреть. Но все на WordPress или все на кастомных, или на HTML-ках? Скорее все... Ну, мы используем больше все на WordPress. Вот. Была у нас история, когда мы делали WordPress, Drupal и Joomla, но реально администрировать их — это прям адский ад. Да, то есть в WordPress вы можете там какие-то вещи настроить по XML, постить новые статьи, да, какие-то там штуки более автоматизировать. HTML-ки можно использовать, но опять же, вот вставка контента, то есть заливка вот этого контента, она занимает больше времени, потому что вам нужно самим вручную все там прописать. И создать, генерировать карту сайта для этого, да, ну, то есть много-много вещей, которые вы должны вручную сделать, вот. То есть HTML-ки — это хороший вариант, и он достаточно бюджетный, но по факту мы больше используем WordPress, на массовости он лучше работает. Ну, и во многих хостингах есть, как бы прям, даже это не услуга, да, какая-то за дополнительные деньги, а просто одной кнопкой вы сетапите WordPress на какой-то сайт, ну, на свой домен, да, вот и все. То есть это раз-два, быстренько нажал. Следующий вопрос. Все эти стратегии, которые я писал, Ярослав, они ведь универсальны для любых крупных белых проектов, к примеру, для e-commerce по узкой конкурентной нише. Стратегия также? Да, стратегии в целом такие же. То есть просто там некоторые вещи, да, которые я там называл, типа темы работ, примеры, да, то есть это как бы конкретно к SEO относится. Ну и тенденции в нише, да, то есть там вот этот вот год плюс, это больше конкретно ниша SEO относится, да. В других нишах вполне возможно вам не надо так много ссылок. Если, например, там не спамят на конкурентов ссылками, да, то вы можете сразу двигаться в топ, и все окей. Вот. То есть тут больше не санкции от Гугла, скорее, да, а даже вот эта видимость для конкурентов, которая, по сути, создает для вас дополнительную опасность. Так, спасибо за ответ. Надо как-то ссылки шифровать сателлитов при сливе на свой white label? Ну, хотя бы там какой-то генератор, типа как в партнерках выдают, использовать, чтобы не показывало ничего. Ну, смотрите, тут как бы, если только слив, да, если у вас какие-то там черные методы, то лучше, да, зашифруйте. Если не черные методы, поставьте обычные ссылки. На самом деле, если вы там делаете какой-то сайт-ревью, то за обычные ссылки без ничего вам даже никакой аффилиатный фильтр, по идее, не могут накатить, потому что как бы вы просто обозрели, да, скажем так, обозрели сервисы и поставили на них прямые ссылки. Вы-то у себя по аналитике отсеете эти продажи, а так как бы никакой партнерки, да, типа все отлично, вот сайтик, он рассказывает клиенту, что, собственно говоря, где заказать. Ну, понятно. Все по-белому. Вот, на моем сайте 5 языков, как советуете его продвигать, фриланс-биржа? С абдоменами.
Если есть возможность, то покупайте локальные домены и делайте ссылки на них. Но, как показывает практика, да, не все локальные домены вы сможете потом продлить, например, какой-нибудь .com.au, да, если даже смогли купить, или какую-нибудь Канаду. Почему смогут? Ну, не всегда это получается, да, то есть, ну, у нас были примеры, когда мы покупали, там, чуть ли не регистрировали какую-то торговую марку в Австралии и покупали там домен, а потом нам говорили, что там слова какие-нибудь, типа, лучший, да, там, или что-то такое, или там дешевый, да, ну, на английском, понятное дело, чип, там, best, еще какие-то вещи, что они не могут быть торговой маркой. И, соответственно, как бы мы не могли продлить домен, и все, на этом все заканчивалось. Поэтому можете купить, но как бы будьте наготове, что вам, возможно, нужно будет сделать редирект. Хорошо, тут еще несколько вопросов, и будем закругляться. EMD домены в нише SE в прошлом? Не, в будущем, наверное, и в теперешнем. Ну, смотрел выдачу, сейчас мультистраничная по каждому ключу типу работ страница. Что ты думаешь? Ну, то есть EMD там сплошные в топах, да. Но они недолго, да, то есть вы посмотрите, сколько жизни у такого домена. То есть там, ну, наверное, их не такой большой процент постоянно выживает. Лучше все-таки делать какой-то бренд, ну и опять же на него проще получать ссылки. Потому что сейчас уже, в принципе, SA считается спамной нишей, да, то есть она там уже на уровне всяких лоанов, и получить у вебмастера с хорошего белого сайта ссылку на SA-ный домен еще и EMD прям очень сложно, да, проще на какой-то брендовый. Хорошо, и насколько рискованно использовать доры? Не знаю, к чему вопрос, ну, так как вот спросили. Да, наверное, Дора вообще не насколько. В целом не жалко. Да, чего вам их жалеть, да, как бы, чего, где там риск, нету риска никакого. Надо просто брать количеством и делать так, чтобы... Просто больше фигачить. Пропускал, хорошо. Тексты заморачиваетесь или ссылками валите в основном, а там лишь у них был немного ключей? Ну, как бы для белого сайта заморачиваемся. На самом деле мы проводили даже такое исследование. То есть мы ставили в тексте ссылку со скидкой на 50% и двигали ее вверх, смотрели, когда же клиенты будут дочитывать до этого момента. Вот. То есть просто обычным, она никак не выделялась, да, то есть это было просто текст, и там было ключевое слово со скидкой, да, то есть 50%. Вот. В итоге мы добрались до, по-моему, третьей строчки, и только тогда ее пару человек использовало. То есть в целом клиенты, наверное, только на диссерах читают нормально тексты. Все остальные посмотрели раз-два, кликнули заказать и побежали. Но как бы я рекомендую для ассессоров, даже для тех же, да, на ваших белых именно сайтах продуктных делать тексты нормальными. Хорошо, идем дальше. Там уточнение было, насколько рискованы не доры, а насколько рискованы дорами для белого. Ну, типа, вот ревьюшки. Еще, кстати, по текстам скажу чуть-чуть. Очень важно, чтобы текст все-таки был грамматически правильный и не было там никаких, ну, никаких признаков того, что это написал индус, потому что это легко заметить, да, то есть вот вы зайдете на какой-то сайт, к примеру, там интернет-магазин, и вы сразу поймете, это какой-то генерированный текст или плохо написанный, даже если вы его не читаете. Просто там по двум каким-то фразам или по каким-то словам, которые не используются часто в жизни. Вот. Теперь по поводу доров. Ну, лейте не напрямую, лейте через какую-то прокладку на самом-то деле. Просто если это прям какие-то черные доры, да, то тогда может быть. А если это, ну, обычное на своих доменах каких-то, то как бы чего? Ничего такого не может быть, да? Хорошо. В каких нишах еще работает Boosta? Я скажу так. Мы работаем, как на собеседовании прям всегда всем говорю. Мы работаем во всех конкурентных нишах, кроме... фармы, адалта и все. Ну да, наверное, и все. Вот. И то мы в них не работаем, просто потому что никто из нас, к сожалению, из нашей команды в них не работал. И как бы нету экспириенса, да? Поэтому тех, кого есть экспириенс, как минимум, можно каким-то образом запартнериться. Да, вот. Да. Последний вопрос. Двуязычный сайт на несколько стран. Насколько эффективно делать на домене .com и подключать VPML? Сайт уже есть. .com. Как поступить с другими языковыми версиями? Так, а VPML это у нас WordPress Multilanguage, да? Да.
То есть сайт уже есть, и, соответственно, языка еще второго нету, есть только основной английский, да? Ну вот честно, я с WPML не сильно работал, потому я вот не знаю, если там есть возможность сделать на сабдомен, то сделайте на сабдомен, и все будет окей. Но, скорее всего, да, наверное, там нету такой возможности. Как же там быть с ним? Ну, посмотрите, может быть, ваш программист сможет его допилить так, чтобы у вас там все урлы были на сабдомене. Хорошо. Так, Женя, тут спрашивали пример белого эсэйника. Так, ну, белый эсэйник... Вон, UKSS, белый эсэйник, да. Прям белей некуда. На самом деле, вот если вы посмотрите, там можно у них посмотреть, они у себя открыто везде пишут, кто они, да, чем занимаются, то в конечном-конечном итоге это какая-то христианская организация. Это реально, я сам посмотрел, и там вот зайдите, поищите у них на сайте, там вот этот сайт именно христианской организации, очень такой весело почитать его, ну вот реально, прям я сам не ожидал, что это христианская организация какая-то. То есть они пишут у себя везде на вот этих вот сайтах, которые сайты именно компании, почему, собственно говоря, это не читинг, как многие подразумевают, да, почему essay writing это не читинг, а это... по сути, помощь какая-то, да, то есть насчет того, читать или не читать, это уже дело каждого конкретного клиента, но они дают работу как пример, как сэмпл какой-то. Угу. Хорошо, в целом это все, спасибо большое за доклад, да, команде Буста постоянно нужны толковые ребята, СОшники, да. Поэтому, если кому интересно, контакты есть, презентажки, пишите. Спасибо большое тебе за доклад, было круто, оставайтесь с нами, мы сейчас готовим следующего докладчика, это Артем Геращенков из App & Top, из Gekos'а, он будет рассказывать про то, как продвигать в App Store и не только. Собственно, оставайтесь с нами.